А меньше чем за минуту ты закончил этот бой. Ты всегда такой напористый? Ну, когда надо, тогда напористый. Когда не надо, могу поработать вторым номером. Как вот, ну, бой — это импровизация. Так что импровизируйте и побеждайте. Хоть какие-то сложности ты успел встретить за эти секунды? Да нет, нет. Спасибо моей команде, что отлично подготовили меня. И все, что еще сказать? Двигаемся дальше, дальше будет интереснее. А дальше что будет? Какие планы в поп-лигах, может быть? А, планы. Соловьин вызывает самых сильных бойцов в весе 77-84. 77, если заранее. 77. Да, 77, если заранее, 84, если на коротком удалении. Но в 77 любого бойца он готов вызвать и даже отомстить за меня, моему обидчику Сергею Бобрышеву. Да, let's go. Погнали, это ваша звезда. Не уходи, Артем. А сам ты за себя отомстить не хочешь? Как насчет вызвать на реванш или еще одну битву принять? А как я уже говорил, то, что на реванш надо вызывать, когда ты будешь готов.